Как вы, наверное, уже заметили, сегодня я один без своей замечательной жены. И она в больничке, с ней все хорошо. Надеемся, завтра выпишут. Вот. И казалось бы, да, ну такая ситуация, попала в больницу. И даже здесь Господь, ну естественно, даже здесь Господь проявил себя просто чудеснейшим образом. Получилось так, что как раз мы договорились с церковью по поводу марафона. Марафона пост держать много дней все вместе. Не один человек 40 дней, а 40 человек по одному дню. Вот. И мы решили, а почему бы и нет, как раз вчера мы объелись, сегодня надо это все как-то очиститься. Время пришло. Ну и мы были как раз так воодушевлены речью пастора, что давайте сплотимся полный вперед. И в этот день мы уже отпостились, и на следующий день у Ульяны стало плохо. И она говорит, слушай, похоже, пора ехать в больницу, потому что у нее несколько дней были боли в животе, и потом проявились симптомы именно аппендицита. Мы приехали. И врач говорит, слушайте, а вы не ели до этого, что ли, получается? Нет. Он говорит, откуда вы знали, как вот так получилось? Потому что до операции нужно выдержать один день и не кушать ничего. И мы такие, ну да, мы не ели, иногда вот практикуем. Он говорит, это очень классно, потому что операцию можно начать прямо сейчас. И вот как только мы приехали, ее сразу оперировали буквально там полчаса, минут 40. И еще такое, кстати, еще одно свидетельство вспомнил. Там есть разные врачи. И как правильно сегодня пастор выразился, то что самые лучшие врачи из Варны и из Болгарии уже уехали, а остались, кто остался. Вот. И именно в этот день обычно, обычно к этому врачу записываются заранее, там еще и платят деньги, чтобы к нему встать в очередь. А он был дежурным в этот день, это главный врач Варнинской окружной больницы, и он принял Ульяну, и ну, это просто как бы вот два таких вот момента, которые в один час случились, и единственное, что мы теперь молимся, чтобы ее побыстрее оттуда выпустили. Она два дня мается, говорит, у меня уже ничего не болит, мне ничего не колет, что я тут делаю? Должны были в пятницу выписать, вот, так что сейчас поеду забирать, надеюсь, получится выписаться, а если нет, тогда завтра. Все, слава Богу.